если говорить о впечатлении, то самое тяжелое было, когда мы освобождали сотни тысяч населения гражданского от Витебска. Танки мои вошли в самый лагерь и уничтожали все, что оставалось от Гитлера. Бараки мы не уничтожали, там еще были люди, которые не могли двигаться. Мои врачи, санитары помогали, они оставили их, остались там и помогали им выходить и эвакуироваться. Концлагерь нам не пришлось там наблюдать, потому что мы уничтожали охрану, а остатки военнопленных, гражданских, они выскакивали, ели, бросались в объятия наших солдат, обнимали их, целовали и просили хоть корочку хлеба, они были голодны. Я чувствовал гордость, что мы, евреи, показали всему миру, что не в Ташкенте мы воевали. Нет, а мы первыми входили в города крупные, освобождали Польшу, громили немцев, и первыми мы вошли и в Берлин.